меня сегодня небольшая экскурсия на платформе, на железнодорожном вокзале. Приехал поезд с Питера, ретро-поезд сидели. В общем, небольшой такой музей. Поезд едет с Питера, я так понимаю, двигается в сторону Волгограда и останавливается в городах для показа нашей истории, в общем, орудия. Это праздник для детворы. Детвора облепила все орудия, не пробьешься. То есть проблема даже сфотографироваться. В общем, это целое событие для Балаковской детворы. Это остановка. Не там.